Более 700 школьников из образовательных учреждений округа приняли участие в фестивале профессий «Путь навыков». Фестиваль проходит уже второй год во всех городах Подмосковья. Ребята из 8 и 9 классов смогли познакомиться с разными специальностями и принять участие в мастер-классах по 20 направлениям. Ребята в формате мастер-классов получают информацию и что-то пробуют делать руками, чтобы иметь представление о специальностях, которым они могут обучиться. Общаются с преподавателями, общаются с такими же студентами, потому что у нас на мастер-классах, как правило, работают студенты вторых, третьих курсов, которые уже там получили какие-то знания и могут рассказать школьникам о процессе обучения. Студенты первых и вторых курсов из 6 колледжей, которые находятся в Пушкино, Мытищах, Ивантеевке и Сергиевом Посаде, рассказывали ребятам о разных профессиях. Например, как обучиться столярному делу, декоративно-прикладному искусству, ландшафтному дизайну, лесному делу и многим другим. Наша задача как раз показать школьникам, какие профессии все-таки есть. Потому что у нас в лесохозяйстве это же не только одна ботаника. Также и зоология, энтомология есть наука о жуках. Также всяческая таксация леса, его оценка, денежная стоимость. В принципе, мы не только деревья изучаем, у нас есть мелкие подгруппы по всяческим тем или иным направлениям. Сегодня я пришел на это мероприятие попробовать себя в новых профессиях. Я пробовал себя уже на моделировании, на лесохозяйстве, но больше всего мне понравилась криминалистика. В дальнейшем я планирую связать свою жизнь с актерским мастерством или с режиссурой. Я успела попробовать себя в разных сферах, и в врачебном деле, и криминалистике, и дизайнера. И я мечтаю свою жизнь связать с врачебным делом. Спасибо большое организаторам, мне очень все понравилось. Алина Рогожина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер, новости Большого округа.